Товарищество «Сыны Отечества» теперь работает в статусе межрегиональной общественной организации. С офицерами, выходцами из Чувашии, в Москве встретился глава республики. Ответственную такую общественную работу провели, и вот результат он есть по факту, не на популизме, не на каких-то там эмоциональных течениях, а на самом деле теперь высоко организованная общественная межрегиональная организация. Сейчас товарищество объединяет более 400 человек, от лейтенантов до вице-адмирала. Офицеры – частые гости в Чувашии. Они встречаются со школьниками, проводят смотры-конкурсы кадетских классов республики. Михаил Игнатьев отметил, что межрегиональная общественная организация делает немало для патриотического воспитания молодежи. В октябре «Сыны Отечества» прошли регистрацию в Министерстве юстиции России. Статус НКО раскрывает новые возможности для дальнейшей работы. В ближайшее время члены товарищества планируют создать и региональные отделения в Крыму, Севастополе, Мурманске и Санкт-Петербурге. Принцип такого, значит, партийного строительства структурного сверху вниз. Поэтому, наверное, они будут руководствоваться нашими общими решениями, общими планами, а мы будем прислушиваться их, что делается на местах, как реагировать на то или иное событие.